В день финансиста руководители ведущих банков Наринмара, Московского индустриального и Сбербанка открыли выставку монет. Посмотреть на уникальные коллекции отправилась и наша съемочная группа. С гордостью показывает свою коллекцию монет управляющий Московским индустриальным банком Андрей Попов. Ведь для него это больше, чем просто коллекция. Это дело всего их рода. Монеты собираются всей семьей. Коллекция насчитывает более 100 штук. Здесь представлены у нас платежные монеты. Сейчас вот десяточки, да, которые? Десяточки юбилейные. Потом СССР монеты. Я их не выкладывал, ну, такие монеты. Вот. Рубли монеты, вот такие памятные СССРовские монеты. Но больше всего коллекционер гордится старыми экспонатами эпохи Николая I и Николая II. Всего в коллекции 6 штук, но каждая из них очень ценна и дорога семье Поповых. Через призму этой лупы мы можем разглядеть стилизованную букву «Н», а над ней корону. Это означает, что это монета эпохи Николая I. Так же, как и первому коллекционеру, очень дорога и близка к сердцу коллекция Сергея Мохова. Ведь он ее собирает с 80-го года предыдущего века и насчитывает уже более 400 экземпляров. Здесь можно встретить монеты царской России и социалистического времени, но больше всего коллекционеру памятна одна монета – 1 рубль – 1 доллар. Это было 80-е годы прошлого столетия, когда был подписан договор о разоружении. И, соответственно, эта монета была выпущена из металла ракет, которые уничтожались. Вот эта вот монета, вот здесь она представлена, поэтому она мне очень близка и дорога. И как она к вам попала? А, соответственно, очень редким тиражом она выпускалась. И, соответственно, когда выпускалась, имел возможность как военный присутствовать на отдельных мероприятиях, где, соответственно, и получил ее в качестве такого памятного знака. Выставка монет организована в рамках празднования Дня финансиста и будет открыта для просмотра в отделении Сбербанка до ноября месяца. Елена Семеновичева, Владислав Носкин, телеканал «Север».